История человечества — рассказ о том, как за одной ужасной катастрофой следует новая. А я бы хотела по щелчку пальцев проснуться в лучшем мире. Почему ты решила, что мир когда-то станет лучше? Сегодня люди получают энергию от Солнца. Нога человека ступила на Марс. Рак побежден. Но после каждого ответа возникает новый вопрос. И к слову о глобальном потеплении. Наплевать. К концу века все полетит к чертям собачьим. Мы не доживем, но мы улыбнемся из гробов с позолотой. Это не та жизнь, на которую мы оба рассчитывали. С теми, чей дом пылает, невероятно легко договориться. Мы не можем сдаться и уйти домой по одной простой причине. Мы уже находимся дома, и это наш единственный дом. Давайте сравним изменение климата с медведем. Вся планета борется с медведем десятилетиями. Пока что медведь побеждает. Что если бы мы смогли разработать технологию, позволяющую нам выжить, а может и процветать? Ты не знаешь, что случится. Как хочешь, не получается. Вот вечно так. Я помню, как был сейчас. А как же сейчас? Ты счастлив сейчас? Мы плохие люди. Хватит сетовать на прошлое. Есть только настоящее. Майами опасен. Ваша мама переезжает к своей сестре в Чикаго. Ты же ее ненавидишь. Слишком жарко стало. Ненавидеть кого-то в наши дни, Маршал.